Варна, галерея Ларго. Открытие выставки Юлианы Ярданова и Анны Тихоновой Ярдановой. За четвърти път Юлия Ярданов ни доставя това удоволствие да донесе своя новин специално за варненската публика. Този път обаче неговата изложба не е самостоятелна, а е съвместна с неговата съпруга, беларуската художничка Анна Тихонова, Ети Йорданова. Тази съвместна изложба се нарича Стълкновение – сливане. Символично название выставки – Стълкновение и слияние. Юлиан и Анна – два ярких таланта, две творческие натуры – мужчина и женщина. Анна рассказывает, что заочно познакомилась с работами Юлианы еще в тот момент, когда писала свою искусствоведческую диссертацию в Минске, а потом уже вживую встретилась с ним на международном конкурсе. Заочно? Да. Дочка Анны тоже внесла свою лепту в праздничную атмосферу. По-моему, болгарский язык Анны великолепен, как и ее картины. Благодаря, че дошли и да разгледате нашата вече съвместна изложба. И сега Юлиан няма да ви каже. Ако го оставим с Никола да ги каже. Трудно е, трудно е, вече доста пъти по няколко думи казвах. Значи, наистина ви благодаря, че ми дойдохте. Слава Богу, драгото не е така. Сегодня за плечами Анны и Юлиана уже 5 лет совместной жизни и 4 совместных международных выставки в Софии, Бельгии и Китае. Ну а этот «Метеор» – совместное произведение Анны и Юлиана. Сребърни век творбите им. Обърнете внимание на творбите на Юлиан, които са с много цвят. Ето от тези 4 тук творби, вие ще видите, между другото, нещо, което за първи път се показва в галерия Ларго, може би един от първите, които в България, не съм виждала други изложбени зали, бих се похвалила, че си ни от първи, които го показваме. Тези, ето тук 4 творби са показани. Анна посвятила нас и в особености техники, в которой они с Юлианом работают. Потом протравливается. И уже не протравливается.
комфортно. Те обращения время печатаются. Ну, как-то работа с кислотой. Во-первых, схемки. Сам процесс химический. То есть, если перерывы, когда у меня будет... А схема после? Беременность, отношения, вот у нас... Без работы с кислотой, то уже А вот еще одна сторона творческой деятельности Анны. Кожаные женские сумочки. Случайным ли было столкновение двух родственных душ, двух талантов? Или это сама Анна прописала, смодулировала его? По-разному к этому можно относиться. Важнее другое. Произошло счастливое слияние и человеческого, и творческого начала. И плоды этого слияния украшают мир. И это хорошо чувствуют все, кто соприкасается с их жизнью, с их творчеством.